О взаимодействии органов государственной власти, республики и общественных объединений Чувашии говорили на круглом столе в Национальном музее. Новая государственная программа по сохранению, изучению и развитию родного языка дала дополнительный импульс очень важной и серьезной работе. Акцент делается на новых методах преподавания с использованием цифровых технологий. Язык должен зайти на молодежные платформы. Хороший пример тому электронный словарь и Яндекс.Переводчик. Надо использовать все возможности для популяризации языка. Речь идет о выпуске новых книг, подготовке мультимедийных материалов на родном языке, создании учебника чувашского языка и литературы. В прошлом году в республике впервые отметили День чувашской вышивки. Обсудили на круглом столе и взаимодействие с Федеральной национальной культурной автономией Чувашии России, Чувашским национальным конгрессом.